Итоги можно сейчас? Итоги подводить рано. Для нас это знаковый регион. Он всегда был хребтовым для России в разные эпохи. Хребтом сегодняшней России Красноярский край остается. Мощное, солидное отделение, которое неоднократно показало свою силу на выборах различного уровня. Продолжается консолидация отделения, вступление в партию. Партия действительно здесь, в Красноярске, демонстрирует, насколько она сегодня востребована. Востребована в непростое для страны время, когда у массы людей есть социальные проблемы. Проблемы, которые нуждаются в нелинейном и нестандартном решении. ЛДПР сегодня наиболее быстрорастущая политическая партия сегодняшней России. Партия людей молодых по духу, и сегодня здесь в партию вступают люди разного возраста. Но это люди, которые действительно нам важны. Люди, которые по разным причинам не готовы быть в партии большинства, но они хотят многое сделать для России, которая переживает сегодня, наверное, правильно будет сказать, момент истины в своей новейшей истории. Это ощущается. Здесь живут действительно уникальные люди, трудолюбивые, профессиональные люди, с которыми приятно и, главное, очень важно общаться, потому что те идеи, подходы, которые мы получаем здесь от людей, с земли, пригодятся более чем нам в ходе ближайшей осенней сессии Государственной Думы для дальнейшей партийной законотворческой деятельности, для партийного строительства. Со мной здесь ряд знаковых депутатов и сенаторов для партии ЛДПР. Наше мощное отделение, наша мощная фракция и в законодательном собрании, и в городском собрании. Поэтому только вперед. И, как учил Жириновский, будем доходить до каждого человека, до каждой земли, до каждого человека, до каждой семьи. А красноярская земля для нас была, есть и остается очень важной. Продолжаем работать. Спасибо большое.